друзьям и близким, пламен и салам. Пусть не гаснет в памяти Сабантуй Байрам. Я стегну на гаи-гаи своего коня, а автомат горячий унесет меня, унесет, как ветер, с песнею райда, унесет, как вихрь, по степи меня. В бочках пенится и шипит буза, напиток радости, веселья, пейте все до дна. Пусть всех радует, как прежде, шутками той теке, праздник первой борозды на моей земле. Я стегну на гаи-гаи своего коня, аргамак горячий унесет меня, унесет, как ветер, с песнею райда. Постепи меня. Сердечно приветствую всех здесь, на площадке, в нашем Саратовском районе, на замечательном празднике. Это традиционное место, куда приходят и жители Саратовской области многих национальностей. Но это праздник все-таки наших башкир и татар, куда они приглашают всех саратовцев, проживающих на территории Саратовской области и приезжающих иногда ради этого праздника на нашу территорию. Это замечательная традиция, которая объединяет всех нас. Да, мы разных национальностей, мы разных вероисповеданий, но мы все едины на нашей российской земле и на нашей малой родине, Саратовской области. У нас сегодня многонациональный мир, согласие, созидание, и мы все сегодня, собираясь на этом празднике, все вместе славим нашу Саратовскую область и нашу Россию. Сегодня большое событие, и особенность этого праздника – это прибытие высоких гостей. Я благодарю, Рустам Закирович, вас, что в вашем очень напряженном графике работы вы нашли время и посетили Саратовскую область в этот очень важный праздничный день. Я хотел бы еще раз поприветствовать наших гостей и президента Башкирии Рустама Закировича Хамитова, и членов правительства, бизнеса Республики Башкортостан. Рахмет. Калмафыгыз, кадырлы дустар, иптәштәр, хәйерле көн. Бүген көн әйбәт, матур, кояшлы. Добрый день, уважаемые друзья, уважаемые товарищи. Товарищи, я имею в виду наши собратья. Сегодня прекрасный день, сегодня день Сабантуя. Сегодня Сабантуй проходит в Республике Башкортостан. И я хочу сказать, что привез вам самые горячие, пламенные приветы от наших башкортостанцев. Мне очень приятно видеть вас. Мне очень приятно слышать вас. Мне приятно то, что большая диаспора наших земляков хорошо и уверенно, я бы сказал, живет на территории Саратовской области. Нам очень важно, что и правительство Саратовской области помогает обретать нашим землякам эту уверенность, помогая им и в жилье, и в работе. И я хочу сказать, что отношения между республикой и областью будут нарастать.
и вы, обращаясь к своим соотечественникам, соплеменникам, хочу сказать, можете всегда рассчитывать на нашу поддержку, на нашу добрую помощь, на наши хорошие отношения. Мы ваши, вы наши, так что это наше родство никогда не прервется. Дорогие друзья, я сегодня первый раз на Саратовском Сабантуе, и хочу сказать, что и наша делегация первый раз на Саратовском Сабантуе. Впечатления пока еще только формируются. Надеюсь, что это хороший действительно праздник. Но уже наша большая бригада из Миякинского района помогает организовывать этот праздник. И я думаю, что сегодня день пройдет замечательно. Тогда байрамынанхеда саламатлык, тодалык. Всего хорошего. Байрамына. Мантурабы настоящий баран.